Добрый день, дорогие друзья! С вами Капля. Мы говорим о клевете. Мы говорим с вами о признаках клеветы, и сегодня я хочу начать говорить о ложной информации. Что значит ложная? Огромное количество людей говорят о том, что, распространяя какую-то информацию о других людях, они не особо говорят ложь. Может быть, полуправду, может быть, еще что-то. Давайте посмотрим, о какой заведомой лжи может идти речь. Во-первых, когда мы говорим о формулировке клеветы, там стоит два слова «заведомая ложь». Что это значит? Это значит, во-первых, что когда мы говорим какую-то информацию о другом человеке и до того, как произнесем эти слова, знаем, что солжем. Мы знаем, что та информация, которую мы хотим преподнести людям, является ложной. Но продолжаем это говорить. Это является клеветой. Еще один вид заведомой лжи – это когда мы с вами не до конца уверены, говорим ли мы правду. Возможно, вы где-то догадываетесь, что так оно и есть. Возможно, вы думаете, что это, скорее всего, правда. Но если остается хотя бы маленький шанс на то, что это не может быть правдой, то я советую вам остановиться, потому что в таком случае вы будете клеветником. Еще одна разновидность заведомой лжи – это когда ты не уверен в том, что ты говоришь правду. У тебя нет достаточных оснований для того, чтобы утверждать тот или иной факт. Возможно, какие-то оттенки, какие-то части пазла у тебя есть, но до конца картина, она еще не сложилась, и ты не уверен в том, что ты скажешь, что это окажется правдой. Это тоже одна из разновидностей заблаговременной, подготовленной, нарочитой лжи. Итак, когда мы говорим о клевете, это ложь, которая была известна, и мы ее транслируем. Бойтесь этого. Никогда не говорите те вещи, в правдивости которых вы не до конца уверены.